Привет, дорогие подписчики, зрители канала, меня зовут Артур. И у нас проблемы. У нас очередной дракон прилетел. Мы находимся все так же в этом городе, как он называется, Folk Tree. В последней серии мы где-то вот в этом районе потеряли собаку, но позже я обнаружил, что она находится где-то вот здесь. Нам нужно, короче, еще очень много пилить мимо Хелгена. После этого, решив, что оно того не стоит, я быстро переместился в White Run, продал весь свой нехитрый скарб, купил несколько заклинаний, которые давно уже меня просили купить люди, такие как, скажем, ясновидение, которое помогает обнаружить, короче говоря, ведет, собственно, показывает дорогу к квесту. Купил новые стрелы. Я уже больше не пользуюсь теми железными стрелами, потому что у них урон маленький. Я пользуюсь нордскими стрелами. И в случае, если враг очень уж сильный, то орочьими стрелами, потому что они самые сильные пока что. Но в данном случае нам нужно доставать клинок Балара и лечение. Потому что сейчас нам нужно будет рубить этого дракона. Играю я опять на геймпаде, кстати говоря. Меня тянет играть... Ой, тихо. Тянет играть на геймпаде. Это все-таки мое. Мне так нравится. Кто имеет что против сказать? Я, в принципе, ничего не могу с этим поделать. Да что ж такое, ты спустишься, нет? Так, похоже, пора его лупить стрелами. Умри, чтоб тебе. Да. Они без моей помощи, кстати говоря, его довольно-таки неплохо постреляли. Но сейчас, я думаю, он спрыгнет на землю. Да, и теперь нам можно... Подожди. Как там? Я забыл. Клинок Балара и лечение. Все, пора тебя рубить. В принципе, большую часть урона в этот раз ему не нанесли. Они. И это хорошо. Получился халявный дракон. И мы получили еще одну душу. Что есть у этого дракона? У этого дракона есть, как обычно, кости, чешуя, куча золота, стальные стрелы, нордские стрелы и стальная секира. Супер! Секиру мы прямо сейчас продадим кузнецу. И отправимся дальше. По пути нашего следования. Сейчас только вернет. Да успокойтесь. Сейчас только вернется наш кузнец на место своей работы. В древних легендах. Давакин. Да успокойся. Кузнец, ты где? Смотри, все замерли, да? Один баран ходит. Кроме того, я... Так, какую еще магию ты взял? Оживление зомби. Да, мне тоже очень посоветовали ее взять, потому что я играю в стелс и пользуюсь луком. То есть предложили мне действовать как. Идея мне очень понравилась. Одного врага я убиваю стрелой. Потом туда подбирается, допустим, второй охранник. В это время я делаю оживление зомби. Первый убитый мной охранник встает и начинает атаковать второго. Я в это время сижу в шоколаде и нагло хихикаю где-нибудь за углом. Но пока что так. Куда-то я выбежал, по-моему, не туда. Что-то я путаться начинаю. Ну, короче говоря, нам нужно двигаться сейчас к Барбасу, вот сюда, довольно-таки большое расстояние. Мы заодно проведаем, как там в Хелгене дела, после того, как там все выжег к ядрени фени дракон. Такие дела. Скачем. С песиком, конечно, не очень хорошо получилось. И вообще у меня сложилось впечатление, что на карте отметено вот это вот, куда следует идти. Появилось уже после того, как я исследовал заклинание ясновидения. До этого, потому что я смотрел. Ну, может, я, конечно, вчера еще... Тихо. Кто там ходит? Вчера был уставший просто до невозможности. Кто-то там за деревом, за этим ходит.
вчера, кстати говоря, вот тут вот мы встретили вора. Из-за него потеряли собачку. Саблезуб. Ох ты, глаз саблезуба, обалдеть. Ладно, не будем трогать эту гадость. Я ожидаю славной смерти. Зачем? Если ты здесь не для того, чтобы дать мне славную смерть, лучше уходи. Какой странный орк. Ты разве старик, ты же еще сильный, могучий воин, если глаза меня не обманывают. Истинно так. Умирать мужчине следует тогда, когда он еще достоин называться мужчиной. Мы, орки, не такие, как все эти норды и имперцы, которые цепляются за жизнь даже седые, беззубые и облысевшие. Не следует цепляться за нечто бесполезное. В особенности, если это бесполезная вещь, ты сам. В этой части из орков сделали каких-то ультимативных таких воинов, чуть ли не к кодексу Бусида следующие. Но он двух саблезубов зарубил, чего да? Ты... Нужно что-то? Ты бы не смог со мной пойти? Мне бы вот именно такой напарник, как ты, не помешал. Что теперь? Надеюсь, ты по делу. Видимо, нет. Давайте как сохранимся тогда и доставим его на тот свет. Раз он так хочет этого. Да. Я черствый человек, я знаю. Заодно уровень подниму. Ну? Но ни хрена, видимо, я поторопился, когда говорил, что я его убью. Это очень хороший и сильный орк оказался. Не знаю, сложно сказать. Да. Просто огреб от него. Ладно. Он достоин уважения. Больше не будем к нему ссылаться. Раз он такой сильный. Я больше ни на что не пялюсь, ты вызываешь у меня уважение. Я говно, ты Д'Артаньян, как говорится. Я поехал дальше. Я перестал уважать тебя. Сильный орк. Жалко, нельзя взять его с собой. Потому что он без проблем особых, честно говоря, меня уработал. Хотя, я думаю, если бы я к нему подкрался сзади и воткнул бы свой меч, то хрен бы он что со мной сделал. Так, вот наконец-то я начал понимать, где мы находимся. Тут мы в предыдущей серии убили гопников, которые сидели, собирали дань за проезд. Эти камни лежат тут неспроста. Это у них такая ловушка была. Они скидывали на дорогу, я пытался просто так проскочить мимо них. И тем не менее, тихо. Да, бляха-муха. Лошадка. Лошадка, помогай. Что-то лошадка не хочет помогать. Ладно, отлично. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать. По идее, ну, мне, конечно, нужно здоровье. По идее, мне нужно как-то чуть-чуть получше сделать. Кстати говоря, мне тут люди говорили, что когда у тебя в руках нет щита, ты не используешь вот этот вот навык блокирования. Вот, можете почитать. Искусство парировать удары противника щитом или оружием. Так что если я не использую щит, а блокирую чисто мечом, допустим, то это тоже действует этот навык. Так что мотайте на ус. А то, блин, будут мне тут выдумывать. Так, орлиный взор, избыточное натяжение. Давайте, нет, подожди. Давайте все-таки мы одноручное оружие еще качнем. На 60% больше урона. Круто. Так, лошадка. Лошадка. Да что ж с этой лошадью не так? Элли. Вот я тебя слышу, где... А вот за деревом спряталась. Кормится пока, значит. Ладно.
Скакали вперед. Это на что? У нас, похоже, ничего. Я, судя по всему, подъезжаю уже к Хелгену, да? Хотя нет, еще довольно-таки долгий путь. Ну как долгий? Примерно столько же, сколько от Фолк-3-то мы проехали еще. Это что? Не стоило сюда приходить. Да откуда вы беретесь, вашу ж мать? Бей его или бей! Получи, скотина. Так, там еще один, по-моему, был. Откуда вы вообще беретесь-то? Так, легкий щит мне не нужен. Имперский лук лучше моего. Хорошо. Железная секира. Это все тяжелая броня. Так, ладно. Видимо, у нас новый лук. Это круто. Луки я люблю. Так, подожди. Имперский лук горения. Урон 15. А, понятно. Это у меня по сравнению с мечом урон был больше. А, ну тогда... Тогда мы тебя выбросим. Мне кажется, или тут кто-то есть. Ну, кроме этого лосика, соответственно. А, еще олень, понятно. Не показалось. Хорошо. Так, давайте-ка дотянусь до клавиатуры и сохранюсь. Хорошо. Quick Save это всегда хорошо. Обожаю игры, в которых он есть. Да что опять? А, вон там, похоже, да? Вроде никого. Да, вроде пусто. А, видимо, тут так мародеры обитал. Ну а что? А, дождь его не достанет. На природе, на свежем воздухе. Давайте попробуем, посмотрим, что за... Ох, как удобно все-таки на геймпаде открывать замки. Вот. Во многом я именно из-за этого вернулся к геймпаду. Да вы откуда взялись-то? Что, умеешь? Еще вот так умею. Понятно, это хозяева, видим, пришли. Так, ладно, вернемся к осмотру. Сколько у нас там время? 9 часов утра, хорошо. Охотничий лук. Железная стрела мне уже не нужна. Да, мне от них уже вообще ничего не нужно. Они мало что могут мне предложить. А, кстати говоря, мне сказали, что в White Run таки можно купить дом, но для этого нужно 5000 септимов набрать. У меня пока 713, так что мне это пока не светит. Но дом это хорошо. Тем не менее, скачем дальше. Так, на горизонте замаячил Хелган. Постоянно путаю его с Хелганом, а планетой Хелгастов из Killzone. Вообще, по-моему... Не очень серия, хотя графон там, конечно, просто превосходный был. Но что-то в игре не хватало в этой Killzone. Как-то там все-таки было скучновато. Да, могила. Ой, тихо. Вижу врагов. Ой, не в ту попал. Хорошо.
Обычные бандиты — это всегда хорошо. Это очень просто. Да, вот тут меня хотели казнить, вот здесь. Он даже плохо, по-моему, стоит до сих пор. Да-да-да. Потом вон оттуда я выпрыгнул и побежал куда-то туда. Знакомые места все. Так, смотри, какое попадание, да? Хорошо. Куча сгоревших людей. Копаемся в прахе. И, судя по всему, над нами. Мне казалось, над нами. Но оказалось, показалось. Больше никого не видать? Что это было? Ладно, над нами еще одна где-то. Две бабы. Не баба, Крис. И точно! Что это было? Был какой-то звук. Упс. Пальва. Так, ну что? Тут мы были. Все-таки показалось. Да где ты ходишь? Не совсем понимаю, где она. Где-то прямо подо мной, поэтому ее очень трудно заметить. Давайте посмотрим, что в сундуке. Массовый паралич. Хорошо. Так, подожди. Но они явно не лучше эльфийской брони. Эльфийская броня пока что лучшая находка у меня на сегодня. Что это было? Так, тихо. И у меня есть идея. Нет, не иллюзия. Где он там находится-то? В колдовстве? Да, оживление зомби. Блин, вот тут. Постоянно об стены задеваешь. Что, стрелами? Да, ты меня заметил уже, что ли? Ладно, побаловаться не получилось. Двигаемся дальше. Отсюда я бежал. Хорошо. Так, зелье лечения. Вроде и все. Неужели больше никого нет? Так, имперский лук горения. Где-то... Так, надо вспомнить, куда я бежал. А, вот тут я бежал, и тут дракон пролез. Мы от него вот так забежали сюда. Сюда. И там, по-моему, уже вход в подземелье был. Тихо. Вот где-то тут. Тут я есть. Ладно, пора резать, похоже. Так, тихо, блин. Опять уже успел отвыкнуть от геймпада. Только к одному привыкнешь. Переходишь на другое. На клавиатуре удобно играть. Более того, очень многие вещи сделаны даже удобнее, чем на геймпаде. Допустим. Допустим, так, тихо.
допустим, вот это вот быстрое переключение оружия. Но при этом на геймпаде общая эргономика как-то... Ну, сразу видно, что интерфейс затачивался под него. Мне на нем удобнее играть. Сколько я играл на клавиатуре и мыши, у меня постоянно какие-то глупые ошибки были. Что-то не то вылазило. Так, ну что, проведаем подземелье. Нужно ли нам это? Мы, в принципе, там уже были. Даже не знаю. Нет, наверное, не надо. А если они там в этих клетках теперь людей держат? Ну ладно, не моя проблема. Двинем сюда. Отсюда мы прибыли в начале игры. Сюда мы и пойдем. Так, ворота заперты. Но не очень сложно. Здесь уже свои фирменные знаки оставили бандиты. Так, ладно, мы таки вышли. Из Хелгена теперь будем знать. Просто если бы я пошел по подземельям, то я бы вышел вот сюда. И мне бы осталось только идти обратно в Ривервуд. А мы не зря вот этот вот весь путь проделали. Так что двигаемся куда-то сюда. Кстати, где моя лошадь? Лошадка-то моя там осталась. Ну ладно, как я выйду с какой-нибудь локации, она около меня, кажется, она моя, никуда не денется. Это не ворованная лошадь. Тихо. Это что за цветочки были? Чертополох. Хорошее растение. Так, горение. Кстати говоря, вот эти вот души, все-таки когда играешь с комментариями, очень много вещей упускаешь, очень сложно сконцентрироваться на чем-то одном, мне, по крайней мере, опять же. Оружие вот это вот магическое, его же нужно заряжать. У меня, допустим, вот этот лук горения, как видите, вот по полосе, он разряжен. И то же самое с клинком Балара, но у него еще не полностью кончился заряд. Там, как вы видите... Так, мышка не работает. Нет, мышка не работает, не могу показать. Ну, короче, вот говоря, под надписью клинок Балара, под надписью вес, там вот такая шкала, и почти до упора она разряжена. Мы можем зарядить, для этого мы используем камни душ. Но сейчас пока я не вижу в этом нужды, потому что пока не очень сложно. А вот лук, я думаю, надо таки зарядить крохотным камнем душ. Хорошо. Потому что сколько же уже можно ходить с разряженным луком. И, кстати говоря, еще я, пока ходил в White Run, нашел там кирку. Где она находится-то у нас? В оружии, что ли? Да не может быть. Нет. Кирка. Короче говоря, где-то она у меня есть. Если я ее не выкинул. Так что если мы где увидим жилу, то сможем добыть с нее руды. Потом начнем обучаться кузнечному делу. Но не сейчас. Сейчас пока не до этого. Где-то вот тут мы начали, собственно, игру. Первые кадры. Так. Брак или друг? Спорим сегодня опять кровь. Меня тошнит от врача. Если у тебя есть время жаловаться, значит ты в порядке. Брак или друг? По-моему, это враги. Подожди, нас заметили. Давайте подойдем. Неохота убивать не тех людей. Да?
Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Виндхельм. Ульфрик Буревестник хочет их видеть. Понял. Вы что-то вообще делаете-то? А ты кто? Сражайся достойно или умри достойно. Понятно. У вас, видимо, пещера какая-то здесь. Да нет, обычная пещера. Я бы сказал, не самое гостеприимное место. Просто если была пещера, я бы в нее сейчас зашел и вышел, потому что таким образом у меня появилась бы лошадка. Ну да ладно. Идем вперед. Враг или друг? По-моему, друг. Слушай, ты не простынешься? Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Хватит моржевать, смотри. Вообще практически голый торс. Обалдеть. Хотя это норды, что с ним взять? У меня знакомый сибиряк был тоже. Зимой в футболке бегал. Народ привычный к холоду. Ну чё, где я нахожусь-то вообще? Я практически подошел к тому месту, куда хотел идти. Это круто. Сейчас нам предстоит длинный спуск вниз. Чья это там лошадка? Пещера Хеймара. Надеюсь, песик тут. Если тут нет песика, это будет печально. Ах, где-то у нас сохранение-то. Вот. Чья лошадь? Ладно, не будем трогать. На своей в 100 раз лучше. Лисичка. Песика не видала? Барбас. Подожди, я, может, мимо нее прошел как-то? Ну, судя по всему, да, потому что... Какого хрена? Давайте еще чуть-чуть пониже пройдем. Возможно, за поворотом тут где-нибудь. Потому что я, честно говоря, возможно, проглядел просто. Не останется. Ой. Каджи? Что за каджи? Ты что злой такой, каджи? Пора каджи-то, похоже, на ремни пускать. Что-то он какой-то негостеприимный. Так, и поставим-ка мы лечение. Давай, маг, давай, отдохни. Ты чё вообще хотел-то? Ты чё такой агрессивный? Двемерская броня. А двемеры — это местная разновидность гномов. Насколько я помню. Она красивая, конечно. До хрена стоит, но до хрена весит. Тоже тяжелая броня. Непонятно, чего он от меня хотел, почему он такой агрессивный. Ну, видимо, было за что меня бить. Да, мы уходим все дальше и дальше. Или нет? Блин. А, сложно сказать. Ну ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Только что мы зарубали хаджит, так что какое-никакое достижение. В следующей серии я думаю начну прямо около входа в эту пещеру, потому что мне, честно говоря, задолбало ее искать, и я, по крайней мере, буду это делать не на запись. Так что все, пока что все, с вами был Артур, всего хорошего, пока.